Юрий Кендиш, победа — это всегда самое главное. Ну а о игре что можешь сказать? Ну, владели преимуществом, ошиблись один раз в конце. Я думаю, это, опять же, невынужденная ошибка, поэтому ничего страшного. Больше владели преимуществом, жалко, что пришлось забить, ну не пришлось, а смогли забить только во втором тайме. Была чуть-чуть нервозность, но по игре, мне кажется, было видно, что мы, ну, посильнее были все-таки. Большую часть игры посмотрел с краю, да? Где была проблема? Почему не могли забить? Я был с краю. Не, на самом деле все было хорошо, но просто это же такое дело, что, ну, один момент забиваешь там на 15-й минуте, на первой. Ну, просто не шел мяч в ворота. Так с большего момента были, команда хорошо играла. Какие задачи ставил тебе тренер перед выходом на поле? Ну, в любом случае, нам нужна была только победа. В принципе, мы ни о чем не говорили, потому что это так понятно, что зачем выпускать игрока на поле, если мы 0-0 играем. Ну, только победа. Следующая игра у нас очень важная и принципиальная. Как мы готовимся и что мы ожидаем с этой игры? Ну, мы закончили эту игру, мы ее выиграли, 3 очка в кармане, поэтому двигаемся дальше, завтра проснемся, тренер скажет тактику, теорию проведем и будем готовиться. То есть мы сегодня готовились к этому сопернику, не думали о РФШ. Но в целом, ты уже слышал, что РФШ у нас очень принципиальный противник? Это не имеет никакого значения. Мы должны побеждать каждую команду. Без разницы, против кого мы играем.